В службе приняли участие более 400 человек со всего Большого Сочи. Праздничная литургия продлилась более 2 часов. В этом храме День Святой Нины так торжественно отмечают уже 12-й год подряд. Большая часть прихожан – этнические грузины, ведь Святая Нина считается просветительницей Грузии. В юношеском возрасте, будучи девой, пришла в землю Иверскую и своей силой, своей молитвой сумела обратить ко Христу целый большой народ, который, как и все наши народы, в свое время призывал в языческом таком сне, скажем так, бесовском. Вот. И сумела своими молитвами царских особ, Мириана и Нану, обратить веру Христову. И, соответственно, потом начался процесс уже христианизации всей страны. После торжественной службы, как и полагается по обычаям грузинского гостеприимства, всех гостей храма, вне зависимости от национальности и вероисповедания, пригласили за праздничный стол.